Меньше колес, меньше налог. По такому принципу должен начисляться транспортный налог на мотоциклы и мотороллеры, считают ивановцы. На сегодняшний день базовая ставка налога на двухколесный транспорт значительно превышает налог на легковые автомобили, что несправедливо, по мнению владельцев мотоциклов. Недовольные таким положением дел горожане считают, что региональный парламент должен пересмотреть ставку налога на двухколесный транспорт в сторону уменьшения. Я сам вот рассчитывал транспортный налог, и вот на данный момент на мотоцикл цикл мощностью в 40 лошадиных сил транспортный налог составляет 1200 рублей, тогда как на автомобиль мощностью 100 лошадиных сил составляет всего 1000. То есть это на 17% больше, чем на автомобиль.